Всем привет! Наконец-то я получила свою очередную посылку из американского интернет-магазина iHerb.com. Посылка шла в Республику Казахстан, город Павлодар, ровно 9 дней. Вес посылки составил 4 фунта, это примерно 2,5-2,7 килограмма. В этой посылке я заказала витамины и биологически активные добавки для женщин, которые врачи рекомендуют пить в период подготовки к беременности. И давайте я сейчас расскажу и покажу все, что я заказала. Вот такой витаминно-минеральный комплекс от компании Garden of Life. Называется Raw One for Woman. Это совершенно роскошный витаминный комплекс для женщин. Ничего подобного в российских и казахстанских аптеках я не видела, просто не найти. Это сырые витамины, то есть полученные из овощей и фруктов, чистейшие, необработанные, обладающие максимальной биодоступностью. Пищеварительная система настолько хорошо их принимает, что их можно пить даже на голодный желудок. Стоимость этих витамин 27 долларов за 75 таблеток, чего хватит на 2,5 месяца. Дороже, чем синтетические витамины, но все равно цена приемлемая. Что еще хорошего в этих витаминах? Кроме витаминов, здесь содержатся минералы в их хелатной форме. Хелатная форма минералов означает, что витамины будут лучше усваиваться и будут более биодоступны. Здесь содержатся такие минералы в хелатной форме, как железо, цинк, селен, медь, марганец, хром, молибден. Кроме того, данный витаминно-минеральный комплекс содержит в себе сырую органическую ягоду амла, это индийский крыжовник. Амла – это целебное растение, используется в аюрведе как добавка для укрепления здоровья. Содержит высокое содержание витамина С, антиоксидантов и фенолов. То есть очень полезная вещь. Также данный комплекс содержит в себе пребиотики и энзимы, что тоже очень полезно для пищеварения. Следующий препарат, который я приобрела на iHerb, называется шатавари. Шатавари – это одна из основных расаян аюрведы. Расаян – это средство омоложения. Самый известный аюрведический женский тоник. В составе только трава шатавари, никаких посторонних добавок. Шатавари применяется для лечения как серьезных заболеваний, так и для общего укрепления женского здоровья. Я приобрела шатавари, потому что ее рекомендуют, так как она повышает способность женщины к зачатию. У меня с этим есть проблемы, поэтому я приобрела. Фирма Хималая, упаковки 60 капсул. Рекомендуется применять, так, рекомендуемая доза 2 таблетки. Значит, такой упаковки нам хватит на месяц. Но единственное противопоказание, что шатавари не рекомендуется применять, когда организм сильно зашлакован. Поэтому шатавари рекомендуется применять вместе с другим аюрведическим препаратом, с трифолой. Вот, и я также заказала трифолу, или трифала. Трифала Gold от фирмы Planetary Ayurvedics. Здесь 120 таблеток по 1000 миллиграмм. Трифола известна как аюрведическая панацея от многих болезней. Наравне с шатавари является одной из самых известных расаян. Это фитопрепарат для комплексного лечения и очищения организма. Трифола очищает все ткани и органы от токсинов, толстый, тонкий, кишечник, печень, желчегонный пузырь, селезенку и поджелудочную железу. Нормализует баланс 3 доз – ваты, питы и кафы. Рекомендуют применять по 2 таблетки 2 раза в день. Это значит, что такой упаковки нам хватит на месяц применения. Следующий препарат, про который хочу рассказать, называется RX Omega 3 Factors. Мало кто знает, что сейчас, употребляя в пищу морскую рыбу, практически невозможно получить омега-3, потому что омега-3 накапливается в рыбе только тогда, когда она питается планктоном, то есть в условиях дикой природы.
А вся рыба, ну, практически вся рыба, которая находится у вас в магазинах, которая продается в магазинах, ну, если вы только не живете на берегу моря, она выращивается в питомниках. И поэтому обязательно дополнительно нужно принимать омега-3. На данной упаковке омега-3 находится фотография вот этого человека. Это Майкл Мюррей, один из ведущих авторитетов в области натуральной медицины, автор многих книг по здоровью, энциклопедии натуральной медицины. Этот комплекс он сам лично разработал и лично гарантирует, что более высокого качества рыбьего жира вы нигде не найдете. Этот омега-3 я заказала по акции, и в подарок мне подарили вот такой вот коэнзим Q10. Коэнзим Q10 – это коферментОн взаимоусиляет эффект омега-3, и вместе получается отличный антиоксидантный союз. Вот, обычно коферментку 10 назначают кардиологи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но основное действие коэнзима Q10 – это обеспечение снабжения клеток нашего организма энергией. Вот здесь 100 мг, достаточно одной капсулы. Вот такого вот количества хватит на 2 месяца приема. Следующая добавка, которую я заказала на iHerb, это лецитин подсолнечника. Если вы постоянно что-то забываете, что-то путаете, если вы рассеяны, то лецитин – это то, что вам необходимо, потому что лецитин является основным топливом для нейронов нашего мозга. Это, можно сказать, основное питание для всей нашей нервной системы, важнейший строительный материал для мозга. Около 30% мозга состоит из лецитина. Лецитин также снижает уровень холестерина и очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек. Фосфолипиды лецитина участвуют во всех гормональных процессах в организме. Почему я купила лецитин подсолнечника, а не соевый лецитин? Потому что этот лецитин я собираюсь принимать вместе со своим мужем. И есть такое мнение, что мужчинам вреден соевый лецитин, и что вообще соя угнетает тестостерон, и соя – это продукт такой неоднозначный. Поэтому я выбрала подсолнечниковый лецитин. Следующая покупка на Хербе – это ашваганда. Снова возвращаемся к аюрведе. Ашваганда – великий индийский женьшень. Это такой аюрведический адаптоген, главный мужской тоник. Он омолаживает, снимает стресс, тонизирует репродуктивную систему. Ашваганда для мужчин – это, можно сказать, то же самое, что и шатавари для женщин. Это мощное растение, и его рекомендуют применять даже при мужском бесплодии. Вот такую упаковку я заказала для своего мужа. Здесь 90 капсул. Рекомендуемый прием по одной капсуле. То есть хватит на 3 месяца приема. Далее я хочу рассказать про вот такой вот мелатонин, который я заказала. На iHerb в наших аптеках продается препарат Мелоксен, синтетический аналог гормона мелатонина. И стоит он раза в 3-4 дороже, чем вот такой вот мелатонин на iHerb. Вот такой вот мелатонин на iHerb, 60 капсул, стоит где-то $3. То есть по одной капсуле на ночь хватит такого количества на 3 месяца. Очень альтернативная и доступная по цене замена мелоксену, очень дорогому препарату, который продается у нас в аптеках. Мелатонин нормализует циклы сна, бодрствования, помогает уснуть ночью. Если вы часто меняете часовые пояса, перелеты, командировки, то вам рекомендуется принимать мелатонин как пищевую добавку. Далее я вам покажу препараты, которые я заказала по акции за $1. Это вот такие вот витамины
от фирмы California Gold Nutrition. Здесь 30 таблеток. Рекомендуется применять по одной таблетке в день. Витамины с лютеином, ликопеном, содержат йод, суточную норму йода. Также содержатся разные микроэлементы полезные. Состав витамина я почитала, достаточно хороший, похож на наш Витрум. Вот так как они стоили $1, я взяла на пробу. Ну, так как у меня уже есть Garden of Life, я эти витамины дам попринимать мужу. И за $1 я заказала вот такое ситечко для чая из нержавеющей стали. Она у меня уже упакована. Это ситечко для тех, кто любит пить рассыпной чай, но не хочет заваривать сразу целый заварник, а хочет заварить только одну чашечку. Так вот оно работает. Ситечко довольно качественно сделано, красиво блестит. Тут немножко помялось. Ну, можно выправить в любом случае, ничего страшного. Я люблю всякие примочки для чая. На первом месте у меня кружка заварника Техерб. Ну, на втором месте, наверное, будет вот эта ситечка. Буду заваривать в нем чай, лечебные травы, всякие сборы. И на этом моя посылка закончилась. Хотите сэкономить еще больше? Тогда получите скидку в $10 на первую покупку в интернет-магазинах iHerb.com или Vitacost.com. Для этого используйте для покупок специальные ссылки, которые я подготовила для вас под этим видео, и скидка начислится вам автоматически. На моем канале много интересных видео о покупках зарубежных интернет-магазинов. Подписывайтесь на мой канал.